Захват для переноски листовых материалов. Идею посмотрел в YouTube, идея не моя. Сделан на скорую руку из остатков обрезков фанеры. В общем, выглядит примерно так. Сам корпус, получается, в основе лежит вот такие P-образные детали, две штуки. Из склеенной фанеры, три фанеры по 10 мм, то есть общая толщина 3 см. В целом, наверное, такая толщина излишняя, тут 20 мм было бы, наверное, достаточно. И вот эти два зажима из 20-миллиметровой ламинированной фанеры, в моем случае, ну, то, что было. Зафиксированы шпильками 12 миллиметров, и здесь на ручку для переноски одет кусок трубы полипропиленовой, 20-ка, по-моему. Вот. Эти две P-образные детали закреплены друг с другом двумя кусками фанеры с двух сторон, здесь и здесь, в общем, как-то так. Принцип такой: здесь это прорезь, в моем случае тут 15 миллиметров, можно и пошире, если вы собираетесь переносить более толстые материалы, ну, мне пока этого достаточно. При поднятии зажимы прижимают листовой материал и поднимается все это. Ну, здесь желательно, чтобы был небольшой люфт, который будет компенсировать неточность копирования вот этих двух деталей, двух зажимов, для равномерного зажатия листового материала. Вот